Состояние двухлетней девочки, которая упала со второго этажа многоэтажки в Уральске, стабильное, сообщили врачи. Она находится в больнице и получает необходимое лечение. Как выяснилось, в момент несчастного случая малышка осталась в квартире без присмотра взрослых. Бригадой скорой помощи ее доставили в областную детскую многопрофильную больницу. Там ребенка сразу положили в отделение нейрохирургии. Спасатели в очередной раз обратились к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра. По их данным, ежегодно в стране из окон выпадают около 100 несовершеннолетних, и во многих случаях это приводит к непоправимым последствиям. 25 тамыз күні сағат 1:30-да ата-анасы. Девочка получила травму головы и была госпитализирована в отделении нейрохирургии детской многопрофильной больницы. Ее состояние при поступлении было средней степени тяжести. Сегодня состояние ребенка стабильное. В операции она не нуждается и получает консервативное лечение.